Все, вперед. Сейчас я вам покажу. Сел, не надо садиться, встань. Когда, я тебе объясню, когда сидишь, что качается очень плохо. Старайся не сидеть. Ну, только в них так сидеть. Так, хорошо. Что для меня там поставлено? Ты живой? Живой. Здесь ноги качают. Сейчас, подожди. Не знаю, вам видишь или нет. Ты делаешь...
Ну тогда нет. Вы первое делаете. Делайте, пока у вас руки не упадут. Считайте. Нет, только что. Старайтесь хотя бы чуть-чуть туда выпрямлять. Все эти первые. Вот. Сейчас. Так. О. Ну. Дека. Давай. Три сделала. Стань. Давай. Вот так,7, 8, 9, 10, 1,
два, три, четыре, пять, поправь. Еще. Пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, восемь, девять, тридцать, раз. Молодец, Сергей Анатольевич. Красавец. Ай да пенсионер. Что правда, то правда. Ку-ку. Работаем. Десять восемь. Так. Ты садилась в моей контакте? Есть. Да. Садись. Садись. Загадку выбираешь. Желтый. Руками бери. Вот, сочи тебе. И вот сюда, да. Можно выбирать вот так. Давай. Весь Михайлов попробуй. Вот, молодец. Красавчик, Сергей Анатольевич. Вы сейчас вот здесь вот делали, сейчас то же самое делали. То есть те же самые. Не трогай, не трогай, да. Не трогай. Тут трудно, да, я тут бываю. А он не до конца делает, грудь не касается. Поэтому штему за половинку. Или делай так же, как он. Теперь смотри дальше.
Те, что не изучало такое, мы изучаем. Значит, если перед тобой поставить пищу, да, сразу у тебя начинает выделяться желудочный сок. Что делает желудочный сок? Расщепляет. Сама по себе это соляная кислота. То есть если ты возьмешь вот то, что там выходит, и капнешь сюда, у тебя будет дырочка. Теперь смотри дальше. Когда выделяется, вот, когда попадает туда пища. А пища попадает, когда ты начинаешь работать. Да. То есть ты начинаешь работать. Ты берешь ладонь, начинаешь работать. У тебя он выделяется тут. То есть и там у тебя желудок пустой, а сок выделяется. Он делает, он берет стык. О, и тогда получается газ. То есть тогда получается, что у тебя там как бы это маленький дырочек. Это, во-первых, может выйти пища и перитонит быть, то есть это воспаление брюшной полости. Раз. Два. Когда ты бывает так, что у тебя из шоба, то есть выходит желчная. Как неприятно, очень. Вот. От этого тоже может быть. То есть она не сразу, то есть из бачки села, но и судья. Но если это постоянно-постоянно делается, то этому может и привести. Плюс вот это вот. Плюс это дает еще школу, стресс, да, ты с учителем поругалась, не получил плохую оценку, не хорошую, именно плохую, или с опоздал, или дома что-то ребята. И получается, да, все это дает, потом приходится постоянно лето, нет, не лето, а весна, осень, идет обострение. Нужно специально пищу кушать, протертую картошку, парную котлету, то есть много чего нельзя. То есть пища уже идет не так. Поэтому можно кушать. Смысл. Хорошо, Матен, пойдемте, это еще не все, как только цветочки были у китайцев. Сейчас я вам сделаю отрыви. Чоп-чоп. Да, сейчас Сергей Анатольевич вас замучит.